Всем привет! От безделья выкатил 2 мацалика и решил поразмышлять, посоветоваться с вами, спросить совет. Может быть, кто-то что-то мне присоветует, подскажет. В общем, такие дела. Это TS-50 Suzuki. На нем нет мотора. Вот у меня мотор был, я его так слегка сюда вставил, он не влазит. Но в любом случае здесь, если не родной двигатель, то придется пилить раму. То есть это неизбежно. Но хочется поставить на ход пепелац. И вот такой вопрос. Было желание у меня поставить 125-ку. Нижневальную, но такую, как у меня на Хонде стоит двигатель, похожий по крепежу, по всему расположению всех атрибутов, вверх торчащим цилиндром. Ну, что-то последнее время я что-то задумался вот о Джеки Чане. Этот двигатель так зовут. И был проект на канале Джеки Чан. Там все показано, рассказано про него, что он претерпел. Это без сцепления двигатель с центробежным сцеплением, 4 передачи. Бляха, рудники замучили вообще. Рисую! Фух! В общем, это самое, как всегда. В общем, думаю, я его вонзить сюда. Во-первых, он легче, так как этот, он тут дрочепулет детский практически. 21 колесо, сзади 18. Но здесь вот не стоит немножко, потому что бак не сел из-за того, что я тут в карбюратор уперся. В общем, я думаю, этот двигатель сюда вонзить. А этот мопед Ямасаки я выкатил для того, чтобы по его расположению двигателя прикинуть, в каком месте там варить кронштейны, где они располагаются, как это все работает. Кабловские моторы, они, видите, как висят, в двух местах крепятся всего. Сверху и вот здесь вот сзади. Сзади он стоит, а сверху он своим весом как бы на растях работает и вообще никуда не девается. Снизу нигде, спереди, тут у него точек крепления нету. Ну и вот думаю, что прямо вот он туда встанет, если вот примерно вот такие вот раскоряки приварить туда, вместо тех узких, или те узкие доработать. В общем, что-то как-то нужно будет сделать. И он сюда встанет прекрасно. По длине, я думаю, он вполне уместится до колеса. До колеса. Ну и все. Тут как бы вставить бы его сюда, да, и возрадоваться тому, что есть. Поэтому вот, вот загорелась лампочка у меня в гараже. Это означает, что дали свет. Пойду дальше ковыряться с Хондой. Ну а вот вы пишите комментарии о том, что услышали, увидели, кто смог это сделать. Вот такая вот Сузука. Ну вообще Сузука мне нравится, он легенький, маленький такой, брын-брын. Вот, где-нибудь там что-то куда-то. Это мы все это сделаем, проставочки сюда, значит, крыжем, хомутики. Если до того, как делать, это все не осыпется. Хороший у меня мопед Ямасаки. Он пришел мне на смену тому Ямасаки, который у меня был. Но тот, к сожалению, не продается, никому не нужен почему-то. Холодный вообще, холодный. Уже в ушах держится, ребят. Хорошая техника. Здесь вообще 16 колесо заднее, переднее 18. Вообще смотрится так, чики-пуки. Но это я сделал, чтобы гонять за этим, за пивасом летом. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Ай-яй-яй.